потрясающий зал, потрясающая атмосфера и потрясающий повод для встречи. Мы по-настоящему долго готовились к этому грандиозному праздничному мероприятию и долго думали, чем вас порадовать, что вам показать, что рассказать. И сказать честно, долго спорили, кто будет рассказывать о результатах прошлого года, которыми, конечно, мы гордимся, но гораздо приятнее и волнительнее рассказывать о том, что нас ждет в будущем году. Поэтому мы решили сегодня выступать вместе, расскажем вам о том, что было, о том, что будет в следующем году, и даже немножко поговорим о следующем десятилетии. В этот праздничный год Faberlic развивался и менялся быстрее, чем в другие годы. Мы взяли на себя повышенный темп развития и, как результат, добились потрясающих результатов – более 50% роста. И все это благодаря вам. Посмотрите, какой у нас красивый и стильный каталог. Мы выпускаем больше каталогов, чем любая другая каталожная или MLM-компания. 19 каталогов в год, 340 страниц. Более миллиона каталогов каждые 2 или 3 недели. Многие из вас помнят, что в этом году в мае прошла первая встреча Лиги предпринимателей Faberlic. Мы обсуждали очень важные вопросы, но кто помнит, какая была самая главная и первая просьба от лидеров? Никто не помнит. Я напомню, не делать 20-й каталог в честь 20-летия компании. И мы придумали кое-что. В следующем году будет не 20 каталогов, а 30. Но не пугайтесь. Не пугайтесь. Именно каталогов, не периодов. Давайте попробуем посчитать. Итак, наш основной каталог Faberlic 19, плюс каталог Денес 1, плюс каталог Школа 1, плюс каталог Товары для здоровья 1, конечно же, каталог Флоранж плюс 4. Итак, получается... Ал, получается, пока не сходится, 26 каталогов. Да, что-то не сходится. И я знаю почему. Первая грандиозная новость для вас. В следующем году мы выпускаем целых 4 отдельных каталогов товаров для дома. В этом году мы активно работали над расширением товаров для дома, для того, чтобы в следующем году представить вам целый каталог. Конечно, некоторые товары будут представлены в нашем основном каталоге, но их просто так много, что они все в основной каталог не поместятся. Итак, вас ждут товары для кухни, товары для сервировки стола, для приготовления продуктов, для организации хранения, товары для ванны, шторки, наборы для ванны, коврики. А тряпочки, Ал, будут? Конечно, будут тряпочки и много всего еще интересного и красивого. Сезонные коллекции для дачи, для пикников, для приготовления урожая, товары для организации хранения, органайзеры, коробочки. Все-все-все, что вам нужно для вашего красивого, уютного дома. Замечательная новость, правда? Хорошо, тогда мы идем дальше. Новость номер 2. Все вы видели, как сильно в лучшую сторону изменился наш сайт. Он стал более модным, более лаконичным, ярким. Настоящий сайт фэшн-компании. Немножко расскажу вам, как мы его создавали. Прежде чем его менять, мы встречались с 5 ведущими интернет-агентствами в России с мировыми именами. И на каждой встрече первый их вопрос был такой. Мы не понимаем, как вы этого достигли. Вы не даете дополнительной рекламы в интернете, при этом вы являетесь одной из самых популярных интернет-площадок в России. Как вы этого достигаете? Ну, мы обычно немножко уклончиво об этом говорили, о том, расскажите вы нам, но мы-то с вами знаем, что основной
что всего этого мы достигли благодаря вам и миллионам консультантов, которые продвигают нашу продукцию и каждый день пользуются нашим сайтом. Спасибо вам за это. Расскажу вам немножко о тех доработках, которые ждут вас в следующем году по сайту. Потому что в этом году он стал красивым, теперь надо сделать его максимально удобным, максимально понятным для наших клиентов, как простой интернет-магазин, и для вас, кто работает со структурой. Поэтому первое, что мы сделаем уже до конца этого года, это будет возможность быстрой регистрации. Мы максимально упростим эту процедуру. Соответственно, зарегистрироваться будет легче, и ваши структуры будут расти быстрее. Кроме того, клиенты могут регистрироваться и авторизироваться на сайте через свои аккаунты любимых соцсетей. Наконец-то! Кроме того, оплата заказа станет проще. Можно будет платить банковской картой, как в обычном интернет-магазине, минуя пополнение личного счета. И по вашим многочисленным просьбам будет доработан блок отзывов. Они станут больше, там можно размещать картинки, рассылать их в соцсети, можно будет подписываться под отзывами под конкретно интересующий вас продукт. Мы работаем не только над сайтом, но и над мобильным приложением. Мы начали полный редизайн, он станет красивым, стильным и очень удобным. Потому что он будет включать в себя полноценный раздел «Моя структура». Можно будет привязать банковские карты и еще множество других полезных функций. Кстати, мы посчитали, что в этом году более 500 тысяч раз было скачано наше приложение. Это для нас большая радость. И более 150 тысяч человек пользуются приложением в своей постоянной работе. А помните тот день, когда было максимальное количество скачиваний приложения? Я вам напомню, это был черный понедельник, 13 февраля, когда поступила в продажу коллекция Валентина Юдашкина. Сайт лег от количества заказов, и все те, кто скачали приложение, смогли все-таки купить ту яркую розовую юбку, которую все вы помните. Ну и мобильная версия сайта также станет красивее и удобнее. Там можно будет загружать полную версию сайта, как на обычном компьютере. А также можно будет работать вообще без интернета с отдельными функциями. Идем дальше. Новость номер три. В этом году прошла масштабная модернизация производства нашей фабрики в Москве. Те из вас, кто уже был на экскурсии, могли в этом убедиться. Только в этом году мы запустили 15 новых производственных линий. Мы запустили производство туб. Мы удвоили производство фасовки тушей, красок для волос, стирального порошка. Теперь он в достаточном количестве всегда будет на наших складах. Начато производство влажных салфеток, наконец. Мы запустили тубное производство, собственное. Об этом мало кто знает, но в нашей новой линии Axiology чрезвычайно мало консервантов. Мы смогли этого добиться благодаря новой технологии, очень дорогой технологии четырехслойного производства туб. Но наши клиенты не платят больше, потому что мы запустили наше собственное тубное производство. Открытие новых линий стало по-настоящему таким событием столичного масштаба. К нам приехал мэр Москвы в апреле Сергей Семенович Собянин, и он выразил свое восхищение нашим вкладом в производство города Москвы. И вот буквально позавчера мы получили благодарность от департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Если позволите, я вам зачитаю. Благодарность коллективу открытого акционерного общества «Фаберлик». Благодарю за вклад в развитие промышленности города Москвы, в
продолжительную, эффективную работу и в связи с 20-летием. Руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Андрей Алексей Анатольевич Фурсин. Между прочим, Москва не единственный регион, который получил новый импульс экономического развития. Я говорю о Ивановской области, где 31 мая 2017 года мы открыли швейное производство. И мы первые в России запускаем в первую очередь цифровой фабрики при поддержке Минпромторга и правительства Ивановской области. Между прочим, разноцветные водолазки, которые вы видите уже в каталоге номер 13 и дальше, они пошиты на нашем собственном производстве. Качество отменное, а цена стала ниже. А в 16-м каталоге вас ждет коллекция домашней одежды, опять же, отшитая на нашем производстве. И, как вы видите, здесь кадр с открытия фабрики. Владислав пользовался бешеной популярностью у журналистов и даже выступал на местном ивановском телевидении. Да, было дело. Итак, а мы идем дальше. Мы хотим поговорить о социальной ответственности, которая так важна Фаберлик. В этом году мы уделяли особое внимание благотворительным, социальным и образовательным проектам. В рамках программы «Солнечный пес» мы вместе с вами и с нашими клиентами собирали деньги для воспитания собак-поводырей и собак-терапевтов для детей. Мы помогаем многим благотворительным фондам, таким как «Старость в радость», «Детские деревни СОС», «Подари жизнь». А 5 лет назад Алексей Нечаев основал программу «Капитаны России». Она воспитывает будущих молодых предпринимателей. Откуда появилась эта программа? 5 лет назад мы кое-что увидели. Амбиции компании «Фаберлик» далеко превосходили возможности наших партнеров, наших поставщиков, которые не могли обеспечить ни те количество производства продукции, которую мы хотели, не должное качество. Поэтому потом, конечно же, станет нашими партнерами. И в следующем году мы поддержим молодость и красоту, предвкушение встречи, яркие эмоции.